Что я хотел передать этим портретом? Фарид Абдуллин, во-первых, мой друг хороший был. Он занимался пантомимой. Его лицо именно очень такое характерное для мима. Вот. Я его выбрал для портрета вот именно как образ человека, который занимается пантомимой и который очень целеустремленно и очень хорошо просто занимался в студии пантомимы и очень делал большие успехи. Вот. Почему я взял этот образ? Как бы я готовился к выставке, к всесоюзной, к молодежной. Вот. Писал маслом на холсте. Вот. Этот портрет, он прозвучал в свое время. И как-то и сейчас до сих пор, кто видит этот портрет, всем нравится он. Я поймал его характер, внутренний мир в этом портрете. Вот. Меня просто интересуют очень интересные образы. Меня интересуют характеры людей. Фарид Абдуллин именно такой человек был. К сожалению, вот его не стало. Он попал в аварию. В свое время он как бы вел машину и не виноват был, собственно, совершенно случайно. Родился я в 1951 году, 9 января, в городе Наманган, Узбекская ССР. Так получилось, что мои родители были там. Вообще, я считаюсь казанским. Когда мне исполнилось год, в Казани умер мой дедушка, и мы приехали в Казань всей семьей. Вот. Учился в художественной школе, закончил Казанское художественное училище. После училища поступил в Ленинградскую академию художеств, институт имени Репина. После института работал в творческой мастерской Хариса Абдрахмановича Якупова. Постоянный участник всероссийских, всесоюзных выставок, республиканских выставок. Портрет Фарида Абдуллина участвовал на всесоюзной выставке молодежной. Таир Тимурович Салахов очень хвалил эту работу в свое время. Вот, к сожалению, его не стало недавно. Вот. Когда учился в Ленинградской академии художеств, судьба мне выговорила. Я познакомился с таким великим человеком, как Марсель Марсо, Марк Шагал. В 1973 году Марсель Марсо приезжал с гастролями в Ленинград.